Во-первых, это дает тебе возможность услышать разные точки зрения на твою работу. Во-вторых, ты видишь результаты своих сверстников в данной области. Это, безусловно, обмен контактами, возможность познакомиться, пообщаться. Ну и в-третьих, как многие ребята говорили уже о том, что это возможность встряхнуться в период серых будней наших студенческих, потому что это возможность срочно к какому-то дедлайну что-то сделать, научить себя, в это возможность, как это нынче говорят, прокачать свои скиллы. Деле очень радушные люди, так тепло приняли, и очень такая дружелюбная атмосфера на конференции, это не может не радовать. Вот, нас как участников, которые волнуются, переживают, вот это вот, как сказать, всеобщее подбадривание и такой приятный, радостный настрой, он, конечно, как сказать, он расслабляет в определенной степени и дает больше уверенности в себе. Да, так что нам очень понравилось. Для меня это был совершенно новый опыт, настоящее открытие. Я узнала много новых инструментов, которыми можно пользоваться для исследования. Поскольку это не мой прямой профиль, я занимаюсь архитектурой, но в наших проектах мы обязательно учитываем социальную составляющую. Мы думаем о людях и их потребностях. Мне кажется, научные конференции студентов — это прекрасная возможность понять, какие направления деятельности интересны именно нам, как молодым специалистам и будущим, возможно, новаторам, и предложить какую-то тему, которую в дальнейшем можно развивать в профессиональной деятельности. На самом деле достаточно интересно. Секция у меня тоже очень интересная, разнообразная. И мне нравится, что участники представляют различные университеты, и те же самые темы, один фокус, миграционные процессы, они представлены с разных ракурсов. Я лично считаю, что как раз-таки вот такие научные мероприятия позволяют студенту найти свое призвание в научной сфере, потому что при работе над курсовой они обычно как-то вот регламентированы. А тут можно прийти с докладом, который интересен лично тебе, да, выступить, поднять там дискуссию и получить от этого удовольствие. И как раз-таки благодаря этому конференции нужны, как раз, особенно студенческие. Мне кажется, подобный формат, формат конференции, с одной стороны, который позволяет... На самом деле, они позволяют не просто представить на публике свою работу, они позволяют тебе самому взглянуть на свою работу с разных сторон. Они позволяют зачастую найти тех людей, с которыми ты можешь поговорить на эту тематику, узнать ее с другой стороны, погрузиться более подробно, что очень полезно для будущей научной работы. Студент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета. Мы из Новосибирска, из Академгородка, из НГУ. Я из финансового университета. Учусь в Московском государственном университете.